Привет! Ну как встреча выпускников? Зай! Ты чё меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно, скучал! Тебя 5 дней не было! Ну, Зай! Ну не ругайся, мы так классно отдохнули! Я всех-всех увидала, представляешь? Муж Смирновой напился, подрался с мужем Петровым. Так, стоп. Это что, с мужьями тоже можно было приходить? За, у меня ровные ноги. Я тебе говорю, это что, с мужьями тоже можно было приходить? Представляешь, они нарушили правила. Ты почему так долго? Ну, мы сидели, вспоминали. Что? Где я живу? А вот почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят. Дома убрано? Убрано. Есть, есть? Есть. Знаешь, я вовремя. Что, сынок, явилась твоя ненаглядная? Мамочка, мамуля приехала. А ничего, что я 6 лет назад приехала? 6 лет? Вы, наверное, кушать хотите? Зая, так есть хочу вообще. Да ты посмотри, она же никакая. Можно подумать, я каждый день хожу на встречу выступников. Заикнула. Зая, я беременна. Что? Да. Все, поверил, я пошутила. Конечно, поверил. 7 раз она не шутила, тут бах, пошутила. Зая, дайте куртку купим. Ольга, ну что ты деньги взяла? Зая, дай 3000. Откуда? Ну мы ж на куртку откладывали. Так, а ну быстро спать. Маша, подумай, я